Очень приятно с вами познакомиться. Very nice to meet you. И, конечно, приветствую вас в нашем прекрасном городе Одессе. And welcome to the beautiful city of Odessa. Я скажу, что у нас очень плотный контакт с представительством Красного Креста. We have very close cooperation with the Red Cross movement. Я искренне хочу поблагодарить за четкое взаимодействие с городскими структурами. And I would like to thank you for the cooperation that we have with the city structures. К сожалению, поводом для наших встреч и сотрудничества не всегда являются какие-то благоприятные моменты. Unfortunately, it's not always that the reasons for our meetings are of positive nature. Но тем не менее, в эти моменты люди нуждаются в помощи. But normally that's when the people are in need of our help. Люди нуждаются в помощи, заботе, and our care, которую ваша организация всегда предоставляет вовремя и качественно. And this is what your organization always provides in a full amount and in good quality. И скажу, что мы всегда сотрудничество с вами у нас в приоритете. And our cooperation with you is always our priority. Потому что это организация, проверенная временем. Because this is an organization that has come through years of experience. И основные и принципы работы и цели, которые ставит организация, это только помощь людям. Спасибо большое. Thank you very much. I must say it's as we said, it's a courtesy visit, but it's also I'm also here to recognize actually the excellent cooperation that we have had with the city of Odessa for many years right by now. Конечно, мы говорим, что прежде всего это визит вежливости, но я, кроме всего прочего, здесь для того, чтобы отметить тот высокий уровень сотрудничества, который у нас есть с городскими структурами. I'm very sorry and ashamed that it took me almost 2 years to visit Odessa, I got here a bit early before my official visit to visit a bit of the city, and it's actually a really beautiful city. I'm impressed by its center, but also by the facilities of the harbor and the surroundings. So it's also a pleasure for me to be in Odessa. Мне очень жаль, мне стыдно, что мне потребовалось больше 2 лет, чтобы приехать, наконец, в Одессу. Но я приехала немножко заранее до наших визитов официальных и посмотрела город. Я под большим впечатлением, он очень красивый. Центр города, порт, действительно стоящее место, чтобы посетить. So, and it's also, I mean, we know that Odessa is a very active and dynamic city, which I can see that just walking through it. Мы знаем, что Одесса очень активный, динамичный город, и я вижу это просто гуляя по нему.